друзья, не спешите, все увидите издалека. Вот закончим учиться когда-то, с головой в море жизни нырнем. На этот вопрос незаметно, ребята, ответит нам жизнь потом. Наш учитель для нас как Бог, на развилке семи дорог, как живой огонек свечи. Растопит лед, и любого из нас поймет. С полувзгляда, без лишних фраз, он живет на земле для нас. Что же значит для нас учитель? Может, он есть причина всех бед? Может, он всех проблем сочинил? В большом океане он для нас как спасательный круг. И если ты в жизни как ежик в тумане, то он твой надежный друг. Наш учитель для нас как Бог, на развилке семи дорог, как живой огонек свечи за морозным окном в ночи. Он улыбкой растопит лед, из нас поймет. С полувзгляда, без лишних фраз, он живет на земле для нас. Что же значит для нас учитель? Чем так прочно мы связаны с ним? Каждый день вы ответы ищите, как в задачах путем не одним. Когда хоть немного поймете, в чем учителя главный секрет, тогда вы себя в этом мире найдете, а это и есть ответ. Наш учитель для нас как Бог, на развилке семи дорог, как живой огонек свечи.